Всем салам из солнечного Узбекистана. Вот по этой дороге мы приехали в Сукок. И вот здесь вот расположены все вот заведения. Вот посмотрите, какая красота. Здесь расположено несколько заведений, где можно такие вот беседки, топчаны. Такие вот умывальник. Салам алейкум, яхшимисизлер. Рахмат, рахмат. Салам. И все гостеприимные. Как посмотрим здесь? Ну, дальше уже горы, можно его повыше, наверное, тоже. Там нету, вот здесь есть. Вот места. Вот можно выбрать места здесь. Сейчас посмотрим. Пройдемся до конца. Это уже, наверное, все последнее. Все. Так. Тоже есть места. Может, это в следующий попробуем? Тогда узнаем, почем. Мази. Слышь? Может, в следующий посмотрим тоже? Съемки сделал. Ну, посмотрим там, как. Узнаем, почем здесь. Не. Здесь народу много. Ну и там народу много. Ну подозрись, что сюда, видишь, там еще один есть. Здесь наоборот народу мало. Да. Где? А я травка много. Да. Вот такая вот красота. Сейчас узнаем, что почем. Уже меч пулдан вот ты не тапчаллама. Что-то не ебичас мы? А? Bunda 15 foiz duramiz, yeganchikamiz 15 foiz. O'zi nima, nech bir menyular bormi bilishki? Menyu non, choy, atchuysizmi? Somsa. Somsa, sho'rva. Somsalar qanaqa? Plastikani olmay. Ko'k somsada. Ko'k somsa. Oyspatmi? Ha? Oyspatmi? U qatta o'tirsa farqi yo'q, ha? E nech puldan somsa? Somsa 8000. 8000. Tak. Go'shtli, shashlikli? Shashlikli. Jazz, jazz. 18. Jazz 18. Kotta-kotta da, ko'rsangiz bo'ladi. Shashliklar. Bizi bo'lmasa, yonimda aylanib kelaylik video qilib.
اگر نمخصه ماشت قید میگم مرد من سلامت بلیدم خب آجیم تا توشت ну, значит, здесь места не продают, как они говорят. 15% комиссия за заказ. Ну, пройдемся, тот обзор сделаем. Какой понравится, там и останемся. Вот так. Посмотрим здесь как. Туалет есть. Шашлыки. Салат. Айлам чхилик. Ну. Строит нам. Так, наверное, еще есть. Что-то здесь не очень, да? Здесь строится так. Там было уютно. Ну, сейчас посмотрим здесь тоже. Не, почему? Вон тоже есть. Посмотрим здесь. Нет, эти места. Вот такие вот попчаны. Там еще есть. А я туда тоже пойдем. Пойдем тут посмотрим. Раз пришли, поснимаем. Да, это только облагораживает. Но это чуть маленький. Тут огромная территория. О, какие деревья здесь. Ну не, не, не. Холодно, холодно. А? Вон там дыры, где делают самсы. Наверное. Эй, столину бетке қоймайла, барака топтыла. Өзі ғуман бетке қоймайлары. Құшан ұлу аты. Маршамыз. Нөкле бар. Құбалар емес. Тут еще есть один сукок. Сой чойханас. Там еще шабада есть. А? Ну. А вот лестница. Ахапс. Где? Мана-мана лестница. Здесь, да? Да. Ну-ка, пойдем здесь просмотр. Ну, здесь что-то готовят. Валик, саясым сын, салат я. Да, здесь более-менее, да? Там еще есть, а это сюда все относится. Здесь более-менее, да, Акура? Дело не в Акура, дело вкусно или нет. Да. Народ много. Давай здесь попробуем, да? Место выйдем. Вот здесь еще мостик есть. Вот, смотрите, как красиво. Ша-шара. О, здесь вон какие места есть.
Böyle boş mu yok? Bak. Boş mu Korelik? Вот это, говорит, вроде свободный. Может, посмотрим. Бом? А, анда ёхте. Анда ёхте. Мамин-то ёхте. Ты там не хочешь? Да, там. What again? Вот так я классно же здесь. Она очень ладно. Я очень мне дебил. Че, не хочешь здесь? Давай здесь. На высоте. А где ты здесь найдешь? Там все остальное шумно. Здесь хочешь? Вон еще одно место. Давай, давай, быстрее, давай. А там? А здесь, здесь не хочешь? А где? Вон туда, идем, где. Тогда давай, налево выбирай. Вот все кто там. Вот. Пришла горячая самса. Уже горячая. О, вкусно. Ну-ка, как она внутри. О, о. Вот это вкусно. О. Вкусно. Ну, горячая вкусно. Вкусно, да? И начинки не так, да, много? Не набито? Не нормально. Да, нормально. Они сюда уходят. Горячий очень. Процесс изготовления. Что еще за курсаты? Настоящий сукок самса. Я не могу. Ko'rganlar keladi deyishga. Xudo xolasi. Вот как готовят. Водички немножко подали. И вот. Есть. Вот она, свежая выпеченная самса. Thank you.
Пожалуйста. Вот такая вот самса. Рахмат силарга, катта. Кабзиге алып келдик ки, ҳозир китти. Ҳа, жуда зўр экан. Хош бўлсин. Хўп, рахмат. Катта рахмат. Ҳа, келамиз. Вот такая вот красота. Ну вот, друзья, мы посидели, покушали самсушки. 4 самсы взяли. Шурпу. И все, шашлык не стали кушать, уже сытые. Небо вон голубое. И немножко комментарии, что мне рассказали про разницу между кок-сомса и мадор-сомса. Значит, мадор-сомса, оно очень такой мощная самса. Она, в общем, наравне с кониной. То есть ее нельзя горячим кушать, у кого давление. У кого давление, мадор самса рекомендуется охлажденным кушать. Мадор самса будет где-то в апреле. В апреле. И до июня у них сезон самсы заканчивается. И, в общем, приезжают сюда люди, чтобы вот здесь, оказывается, выше лес, ущелье. И сюда очень много туристов, наплыв. По субботу, воскресенье очень-очень много народу. Бывает из пробки. Как вы видели, это самая последняя дорога. Ну, на этом закончим наш сегодняшний обзор. Всем добра! Подписывайтесь на канал. Вот такая вот бурлящая речка. Спасибо, до свидания. Пока, друзья.